Задержать хулиганов удалось по горячим следам. Ими оказались жители поселка Ильичевка Багратионовского района, один из которых уже был ранее судим за убийство и кражи. Объяснить причину своего поступка мужчины так и не смогли. Не могу я вам это сказать. Не знаю. Да не знаю, за что. Пьяные были. Как позже стало известно, пенсионер просто сделал замечание мужчинам. Они громко кричали и нецензурно выражались. В ответ на это получил удары по лицу и в область туловища. Так, убили, скопали. Напали двое незнакомых людей. Я упал и после этого обратился в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений. Также сотрудниками полиции стало известно, что задержанные причастны еще к одному инциденту. 21 марта на автозаправке возле пограничного перехода Мамоново к Жихотке поляку повредили машину и похитили деньги. На самом деле такие факты были, они подтвердились. Было несколько таких фактов. Документально задокументировано два таких случая нападения на поляков. В одном из случаев были проколоты колеса, в другом из случаев гражданин Польши подвергся нападению. К политическим мотивам это отнести ни в коем случае невозможно, потому что первый случай был — это банальное вымогательство, пытались с граждан Польши вымогать деньги. Второй случай — это абсолютно банальное хулиганство. На задержанных заведено уголовное дело, мужчинам грозит до 2 лет лишения свободы. Третий подозреваемый еще находится в розыске.